ЗАО «Совхоз имени Ленина» совместно с контактной деревней в последний день масленичной недели организовали для жителей и гостей поселка масленичное гуляние. Все желающие насладились блинами, а взрослые жители могли угоститься согревающим глинтвейном. Некоторые приносили с собой чай, и абсолютно все не забыли взять с собой хорошее настроение. Мы попросили рассказать о своих впечатлениях о Масленице жительницу совхоза. Наступил первый день весны, наконец-то мы провожаем Масленицу, зиму, в совхозе прекрасное настроение, дети гуляют, надеемся, погода будет скоро теплая, детей угощают блинами, взрослых напитками. У нас, как всегда, замечательное настроение, мы надеемся, что у нас все будет всегда прекрасно. Посетителей мероприятия развлекали песнями, конкурсами и, конечно же, не обошлось без хоровода. К такому празднику с радостью присоединяются жители других районов и даже москвичи. Своими впечатлениями с нами поделилась гостья из Москвы. Ну, мы к вам в гости заехали из Москвы, рядом живем. Вообще отлично, очень здорово так, по-домашнему. Из контактной деревни на встречу с гостями привезли пушистых друзей, кроликов и енотов. А позже покатали желающих на лошадях. О происходящем рассказала работник контактной деревни. Сегодня у нас организованное масленичное гуляние для всех жителей совхоза. Они организованы ЗАО «Совхоз имени Ленина», организатор. Наше предприятие совместно с контактной деревней, земляничным городом и кафе «Садко» мы организовали праздник для детишек. Также в рамках программы у нас предусмотрено катание на лошадках. Сейчас приедут наши лошади, будет сжигание чучела в конце, традиционное фаер-шоу и, конечно же, блины. Вот так весело жители поселка совхоза имени Ленина проводили зиму. А мы надеемся, что тучи над совхозом вскоре развеются и выглянет теплое мартовское солнышко. Продолжаем.